Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня у меня срочное видео для тех, у кого еще не открыт индивидуальный инвестиционный счет. Сделайте это немедленно, откройте его. И сейчас я вам скажу, почему это надо сделать прямо сейчас, почему это сделать надо немедленно. Индивидуальный инвестиционный счет дает возможность нам получить возврат от государства тех налогов, которые мы заплатили государству. Именно подоходного налога, те самые 13%, которые с нас вычитают из зарплаты и переводят при получении зарплаты на работе государству. Так вот, эти 13% можно вернуть. Можно вернуть деньги с доходов в сумме до 400 тысяч рублей. Это примерно 36 тысяч рублей в месяц. Если у вас такая зарплата или ниже, то вы можете посчитать все свои доходы за прошедший календарный год и посчитать, сколько налогов вы за это заплатили, с вас взяли, и уже в начале следующего года вернуть эти деньги. То есть не платить подоходный налог, вы понимаете? И вам эти деньги вернутся. Кто вам вернет эти деньги? Вам вернет эти деньги налоговая. Как она это сделает? Ну, вы оформите документы. Какие документы оформить? Как их оформить? Я буду отдельно снимать видео где-то, ну, в начале января. Поэтому для того, чтобы не пропустить это видео, вот там снизу значок «Подписаться» или в правом нижнем углу вы видите значок такой, где я сижу. И нажмите на него «Подписаться», подпишитесь на мой канал и обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропустить видео, которые я буду выпускать, потому что я расскажу о том, как оформить возврат НДФЛ, потому что я буду это делать, потому что можно внести, вернуть налоги с суммы 400 тысяч, до 400 тысяч рублей суммы доходов. И вот в этом году я это буду делать, потому что, ну, я это сделал, я уже внес 300 тысяч на счет, осталось 100 тысяч, и я это сделаю вот в ближайшее время. Почему это надо сделать в конце года? Потому что налоги считаются в налоговой за календарный год. А когда у нас год заканчивается? В декабре. И поэтому надо внести деньги до конца года, в декабре. И уже в начале года вы получите возможность заполнить документы и отправить их в налоговую, чтобы она перечислила вам их на счет. Деньги придут на ваш банковский счет, который вы укажете, ну, скажем, в Сбербанке или там, ну, мне приходит в Тинькове или в Открытие, куда я укажу. Но вы скажете, а у меня нет денег, чтобы положить деньги на ИИС, поэтому я сделаю это, когда у меня появятся деньги. Теперь второй довод, почему это сделать надо немедленно. Дело в том, что если вы кладете деньги на ИИС, государство же не просто так дает эту льготу, не просто так дает возможность вернуть налог, выдрать его из цепких лап государства, а взамен она берет с вас обязательство не выводить деньги с этого ИИСа. То есть деньги, которые вы положили на ИИС, вы говорите, что эти деньги для инвестиций, для накоплений на будущее. И вот это вот, вы не можете эти деньги снять, вы берете на себя обязательство не снимать деньги в течение 3 лет. И вот этот срок, 3 года, начинается именно с момента открытия счета. То есть вы открываете счет, это абсолютно бесплатно, вы ничего туда можете не класть, это тоже бесплатно, с вас деньги не берутся за то, что вы открыли счет и за то, что он пустой. Но отсчет уже пошел. И, например, если у вас вот сейчас нет денег, они у вас точно появятся через год, ну, максимум через 2. Почему я вам это гарантирую? А потому что вы уже сделали первый шаг. Смотрите,
Вы сейчас находитесь, смотрите мое видео. Это неспроста, это не случайно. Вы его смотрите, потому что вы уже начали интересоваться темой инвестиций, не так ли? А я на своем канале как раз рассказываю о том, как накопить деньги для того, чтобы безбедно существовать всю жизнь, потому что пенсия-то у нас будет никакая, и поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть я накапливаю деньги для того, чтобы создать источники пассивного дохода, которые обеспечат меня на всю оставшуюся жизнь. Я это делаю и рассказываю об этом другим. Поэтому, если вы находитесь на моем канале, то вы уже сделали первый шаг к тому, чтобы у вас появились деньги. Если вы еще не подписались и не поставьте колокольчик, сделайте это немедленно. Вот, и поэтому деньги у вас появятся. Откуда они возьмутся, я не знаю, потому что это не первично. Они откуда-нибудь возьмутся. Первично желание. Вот что важно. Желание, чтобы они появились, и они появятся. Вот увидите. И теперь смотрите. 3 года. Еще раз возвращаюсь. Смотрите. Вы открываете брокерский счет. Индивидуальный инвестиционный счет – это брокерский счет. И отсчет пошел. Вы не можете вывести эти деньги, но их у вас и нет там, да, через год, может быть, у вас не появились деньги через год, и вы их, так сказать, нечего выводить, но денежки идут, счет открыт, и срок идет, и вам уже осталось 2 года, и самое интересное будет через 3 года, когда срок истекает 3 года, в последний год вы в декабре вносите, в январе пишете заявление на возврат денег, с 400 тысяч, это 52 тысячи рублей, которые на дороге не валяются, которые, ну, неплохо бы выдрать у государства. Почему? Нет. И 13% годовых вы сейчас уже нигде не получите, а тут вот оно, через полгода они ваши. И на третий год, если вы внесли в декабре, вы запомните вот это вот, вы вспомните меня добрым словом, что если вы внесли в декабре через, там, ну, почти 3 года, то, соответственно, в начале следующего года, уже 4-й год, вы можете все денежки забрать с индивидуального инвестиционного счета и забрать возврат НДФЛ. Вот что важно. То есть вы их морозите буквально там на месяц-два. Это через 3 года, если вы откроете счет прямо сейчас. Я надеюсь, что я вас убедил в том, чтобы открыть брокерский счет, а сейчас я показываю, как это сделать. Вот там внизу вы увидите ссылочку в описании к данному видео на сайт dimitkovyur.com. Либо вон там, вон в левом верхнем углу вы увидите значок «И» такой, и там выскочит там биржа для чайников, короче говоря. И нажмите туда, вы перейдете на вот этот мой сайт dimitkovyur.com. Вот сейчас вы видите этот сайт. Вот здесь, вот смотрите, ну, биржа для чайников – это для тех, кто хочет уже научиться инвестировать, научиться трейдингу, научиться торговать, какие активы покупать. Но есть бесплатная кнопочка, вот она, модельный портфель. Это как раз о том, как открыть брокерский счет, как его пополнить. С минимальной комиссией или без комиссии, без комиссии пополняется, выводятся деньги, как, то есть все-все-все подробности именно здесь, по открытию брокерского счета, вот здесь, нажимаем на эту кнопочку абсолютно бесплатно, вот здесь вот вносим ваши фамилии, имя, отчество, телефон, город и e-mail, и на ваш e-mail, на вашу почту придет сначала письмо для того, чтобы подтвердить ваш e-mail. Почему это важно, e-mail? Потому что, ну, письмо отправляется на e-mail. И письмо отправляется автоматической системой, поэтому, ну, по закону я должен запросить сначала подтверждение, что вы действительно этого хотите. То есть вам сначала придет письмо о том, что вы подтверждаете этот e-mail, а потом вам приходит, ну, практически 2 письма одновременно. Первое письмо для тех, кто живет в Москве, ну, или рядом, и кто может просто пойти в офис и лично открыть брокерский счет.
Но сейчас в конце года там будет очередь, потому что очень много желающих, я вам точно могу сказать, открыть брокерские счета. Во втором письме будет, как открыть брокерский счет через интернет, онлайн. Это тоже возможно. Там есть некоторые сложности, там надо сканировать документы, и там я все-все-все подробно объясняю. И также будут письма о том, как его пополнять бесплатно, как выводить деньги оттуда. Все-все-все подробности будут там. Поэтому вот прямо сейчас вы нажимаете вот сюда, вводите свои данные, нажмете подписаться, вам придет первое письмо для подтверждения имейла. Для чего нужен телефон? Потому что бывает такое, что письма не доходят. Почему? Потому что люди неправильно вносят свой e-mail. Поэтому, если я вижу, что там отказ, то я могу позвонить по телефону, и для этого нужен город. Потому что, ну, если вы живете в Хабаровске, а я вам позвоню в 7 вечера по Москве, наверное, вы будете не очень рады. Поэтому я решил ввести город. Вот, собственно говоря, такая информация, которая просто необходима. И дальше вы всю информацию получите по тому, как открыть брокерский счет. Ну, я надеюсь, что вот в данный момент я срочность обговорил точно, а все подробности о том, что такое ИИС, как он действует, вот кто имеет право и так далее, вы увидите в другом видео ссылочку. Сейчас вы в конце на это видео увидите, там будет такой квадратик, значит, про ИИС, все, где я рассказываю. Поэтому смотрите следующее видео. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и поставить колокольчик. С вами был Демитков Юрий. До встречи.